Госпожа, шехзаде, желаю доброго дня. Надеюсь, он будет добрым. С чем пришел? Повелитель желает вас видеть. А что случилось, он не сказал? Клянусь, я об этом ничего не знаю. Знаю лишь, что Гюльфем Хатун сейчас тоже у него. Должно быть важное дело. Скажи мне, что-то грозит? Неужели они сумели раскрыть наш план? Едва ли. Думаю, речь пойдет о делах гарема. А? Ты говорил, там Гюльфем? Он решил отдать управление Гюльфем? Ладно. Пошли узнаем, что там происходит. Повелитель. Подойди ближе, Хюрем. Здесь была Гюльфем Хатун. Мы обсуждали, кто теперь будет управлять гаремом. Я спросил ее мнение, и оно совпало с моим. То же самое предписывает и обычай. Все дела в гареме будешь вести ты. Желаю тебе в этом удачи. Сулейман. Эй, возлюбленная моя, смеющийся лик. Молва о твоей прелести обошла весь мир. Ах, что за красота! Что за лик, что за улыбка! Я спрошу, как может аромат волос быть столь пленителен? Этот цвет, этот блеск, эти локоны. Дивный аромат этот заполонил мой разум. Есть ли равный ему, столь же нежный, столь же томящий? В моих глазах не хватит слез, чтобы вместили твою красоту. Ни в реке, ни в горном потоке, ни в целом море. Мухиби, бедный, словно потерял разум. Пусть будет так. Сколько страсти, сколько силы. Я Александра Роксолана, рабыня, которую продали во дворец османского правителя. Рабыня, которую везли через реку Днепр, через Черное море. Рабыня, потерявшая своих мать и отца, сестру и брата, всех, кого любила. Александра, что окруженная огромными волнами, молилась о том, чтобы умереть и воссоединиться с родными в раю. Александра, в 17 лет познавшая великое горе и подлость мира. В один день повзрослевшая на 1000 лет, отказавшаяся от жизни. Несчастная, одинокая Александра. Я Александра Роксолана. Я никому не говорила о своем горе, ни с кем не делила его. Я вырвала его из себя, выплеснула в море, где его забрали волны и унесли прочь. На все, что причиняло мне нестерпимую боль, я отвечала смехом. Я лила слезы лишь по своей семье. Я пошла вопреки судьбе, превратив девушку-рабыню в могущественную госпожу.
И вот я там, где навсегда изменилась моя жизнь и судьба. Во дворце султана Сулеймана. Этот дворец, который сначала я хотела сжечь, нынче служит мне домом, родным очагом. Могла ли я знать, что мое сердце, когда-то замиравшее от жажды мести, вновь будет биться от любви? Я Хюрем, рабыня султана Сулеймана, его наложница, его госпожа, мать пятерых его детей, его законная супруга Хюрем, его нектар, смысл его существования, его возлюбленная, его сияющая луна, его самый близкий друг, знающий его тайны, красавец Хюрем. Я Хюрем, счастливая мать Мехмета, Мехримах, Селима, Баизета и Джихангира. Хасыки Хюрем Султан. Дети мои, я дала слово себе и вам. Я поклялась. Я обещала, что придет день, и передо мной преклонят колени все, перед кем прежде склонялась я, чтобы целовать подолы их платьев. Этот день наступил. Всем моим врагам, которые принесли мне столько горя, всевозможные муки и тяготы, пришел конец. Теперь пусть трепещут, ибо я отравлю каждый их вздох. Я обращусь в огонь и обрушусь на них. Я буду править миром.